Сьогодні ми поговоримо з людиною, яку знають не тільки в Україні, але і далеко за її межами. Це кондитер Валентин Штефаньо. Доброго ранку. Валентине, ви талановитий шоколад'є, кондитер. Чи важко вам було досягти таких висот у цій сфері? Яким для вас видався цей шлях? Не скажу зовсім, що кондитером, але в будь-якому випадку я мечтав где-то работать или с чем-то работать так, чтобы сладкого было побольше вокруг меня. Расскажите, пожалуйста, что такое солоденькое вы приготовили вперше и для кого это было? Первое сладкое, что я готовил, это, наверное, было очень давно с сестрой, когда сестра еще училась здесь, в Ужгороде. Она всегда дома готовила какие-то сладости. В основном это было что-то такое не очень дорогое, не замудренное. Например, как колбаса, если помните. Такую готовили колбасу из бисквита, масла, там печенье такое твердое бралось, московское, и орехи грецкие. И вот это вот сворачивалось в такую колбасу, заворачивалось в фольгу и ставилось в морозилку. Вот, и потом это резалось, оно в разрезе было, напоминало как московскую колбасу. Это для меня было такое что-то невероятно вкусное. Мама всегда готовила орешки в детстве со сгущенкой и орехами. То есть, скажем так, вроде бы в семье как бы кондитеров не было, но в то же самое время все это любили делать. Даже папа всегда готовил торт Машенька, медовый такой. Сьогодні у вас вже є власні кондитерські, де є дуже багато всього смачненького. Що б ви порекомендували кожному ужгородцю, можливо, закарпатцю, українцю, скуштувати у вас? Можливо, у вас є якісь улюблені кондитерські вироби? Наверное, гостям города я бы больше посоветовал попробовать именно те вещи, которые непосредственно связаны с историей города и которые внесут в себе какую-то историю приготовления. Это в первую очередь, наверное, торт Ужгород попробовать, конфеты карпатский кругляк. Метеорит княгиня конфеты, потом меридиан, это шоколадки с фисташками. Есть очень много новых вещей, которые делаем сейчас, меняем коллекцию по чуть-чуть, добавляем. Это Ева обновленная, у нас раньше было это пирожное, просто мы чуть-чуть его по-другому презентовали. Ну, то, что я люблю из сладкого, из того, что я делаю, в принципе, я люблю больше, наверное, новые какие-то вещи. Старые вещи обычно приедаются каждый раз, когда... Это как слово, которое повторяешь несколько раз постоянно, оно потом где-то теряет смысл, и ты даже забываешь, что оно означает, это слово. Так бы я посоветовал и... кушать сладкое, чтобы не кушать каждый день одно и то же, или не кушать вообще каждый день, да, а выдерживать какую-то паузу для того, чтобы в тот момент, когда ты это попробуешь, чтобы насладиться этим полностью. Як створюються авторські солодощі? Ну і взагалі, звідки беруться ідеї для цього? Ідеї беруться, в принципі, отовсюду. Є дуже багато рецептів класичних, які ми робимо, которые во всем мире, в принципе, делаются, и они должны присутствовать в каждой кондитерской, так как именно профессионал, который придет ко мне в гости и захочет оценить, на каком уровне находится наша кондитерская, он обязательно должен попробовать какие-то классические вещи, потому что авторские рецепты – это такие вещи, которые ты никогда не знаешь, какие они, в принципе, должны быть. Да? А классика, она всегда остается классикой. И нужно всегда готовить классические рецепты именно такие, как они должны быть. А если ты все-таки вносишь свою какую-то изюминку в классический рецепт, то нужно его чуть-чуть назвать тогда по-другому, чтобы было отличие.
очень много разных вкусов, которые соединяются иногда. Ну, у каждого, в принципе, повара и кондитера есть в голове память вкусовая. Каждый помнит, может на рецепторах ощутить тот или иной вкус по памяти, даже не пробуя продукт. И учитывая то, что есть большой багаж вот этих вот вкусов, да, иногда себе повар или кондитер придумывают разные сочетания. Очень интересные, иногда очень безумные сочетания, да, вот так как шоколад с перцем кто-то придумал, да, шкварки в шоколаде. Очень много рецептов, которые мне, например, мы меняемся с коллегами по цеху, да. То есть есть вещи, которые делают в других заведениях, и мы меняемся рецептами, и добавляем иногда свое, переделываем, и это уже оно абсолютно не похоже. Хотя для того, чтобы что-то начать создавать свое, нужно знать хорошо базу. Очень хорошо надо знать базу. У меня такая возможность была этому выучиться. Сестра очень хороший кондитер, с которой я очень много, я, можно сказать, на руках у нее вырос, как кондитер. Вот. И с другими мастерами очень много времени я провел и работал, которые мне дали возможность научиться видеть, научиться пробовать, научиться чувствовать вкусы. Валентина, вас чудово знають у світі, ви за кордоном відвідали дуже багато конкурсів. Чи можете розказати про ті конкурси, які запам'яталися вам найбільше і чому? Найбільше мені запам'ятався конкурс «Mondial d'Art Secret» в 2008 році. Мы тогда с сестрой выиграли отборочный тур в Киеве и таким образом получили путевку на участие в чемпионате во Франции. Это был первый конкурс, когда Украина принимала участие. И чем запомнился этот конкурс? Тем, что очень важно каждому, в принципе, кондитеру, ну, неважно, кондитеру, там, любому профессионалу в своей жизни пройти через такой конкурс. Для чего? Для того, чтобы есть определенный этап в жизни, когда ты доходишь до какого-то уровня, и ты не можешь, в принципе, сам себя оценить. Да? А если ты даже будешь полагаться на оценку простых обывателей, это не есть профессиональная оценка. Ты не можешь копнуть глубже, и ты не можешь видеть свои настоящие ошибки. Потому что простой обыватель может не заметить тех или иных вещей, которые сделаны непрофессионально, которые там презентованы непрофессионально. А профессионалы всегда тебе про это скажут. И важно каждому профессионалу пройти через такой конкурс, можно сказать, чуть-чуть стресс, потому что это стресс. В какой-то мере, для того, чтобы знать свое место на профессиональном уровне, где ты находишься. Ты, естественно, получаешь оценку профессионалов, которые абсолютно дают адекватные, иногда неадекватные, но всегда нужную информацию принимать во внимание. То есть адекватная она или неадекватная критика, ее нужно всегда принять во внимание и сделать из этого выводы. Вот этот чемпионат в 2008 году мне самым больше запомнился этим, что прошел этап определенный в моей жизни, и мы с сестрой тогда участвовали в чемпионате, мы просто знали, на каком уровне мы находимся. Вот, потом перед тем, как мы дошли до этого, было у меня много конкурсов других, тоже, которые меня организовывали. После каждого конкурса я видел свои ошибки и пытался над ними работать, допускать их меньше. Через определенный этап следующий конкурс опять, для того, чтобы посмотреть, как я справляюсь с этими ошибками, работаю я над ними или нет. Потому что все-таки
Работа – это такая рутина, когда ты можешь не заметить про свои ошибки, да, а со стороны это всегда будет видно. Любой конкурс, он очень важен для профессионала. То есть это не есть предмет там гордости какой-то, там медали, дипломы, это все пустое. То есть это не важно. Важно, правильно говорят, важно участие. Это в первую очередь. И каждый человек для себя из профессионал, из конкурса вынесет самые важные вещи. Я считаю, что за последние 10 лет Украина очень далеко шагнула в этом. Очень далеко. Много кондитерских открывается. Это приятно. Очень много кондитерских открылось в Ужгороде. Это тоже очень приятно. Это говорит о том, что наш город, он способствует тому, чтобы у нас развивался туризм. У нас открывается меньше каких-то невзрачных заведений, хотя они открываются, но и быстро закрываются. Да? Я только за, чтобы конечный потребитель, который к нам приезжает в гости, и гости города, и те, которые живут в Ужгороде, чтобы имели возможность всегда выбрать. Это важно. Свобода выбора, об этом написано и в Библии. Человек должен всегда для себя выбрать. И он должен иметь возможность пробовать разные вещи в разных заведениях. Благодаря тому, что у нас есть какая-то конкуренция, и мы где-то, скажем так, мы коллеги по цеху, да, мы все работаем на один результат для того, чтобы наш потребитель был довольный. В этом в итоге всегда выигрывает потребитель, и это важно. Але все ж таки, зважаючи на конкуренцію, як ви думаєте, від чого залежить успіх кондитерської, і як завоювати взагалі прихильність клієнтів? Любов, фантазія і знання. У каждого профессионала должно это быть. Если человек делает свою работу не любя, то есть он ее делает потому что, да, там, потому что у него будет у него какая-то прибыль, или потому что ему больше нечем заняться, или потому что. Ничего не получится. То, что ты делаешь, ты должен в первую очередь любить. Если ты это любишь, к этому надо подкрепить какие-то знания обязательно. Они приходят с годами. И нужно всегда прогрессировать, фантазировать, придумывать для того, чтобы ты не стоял на месте. Потребитель это оценит. Нужно честно относиться к тому, что ты делаешь. То есть ты должен понимать, что все, что ты делаешь хорошее и плохое, ты делаешь это только для самого себя. Ну, ви спрямовуєте свої сили не тільки на свій власний бізнес, але, наскільки я знаю, займаєтеся, так би мовити, соціальними проектами. Мова йде про програму «Сюрприз-сюрприз», в якій ви стали героєм в прямому сенсі цього слова. Скажіть, будь ласка, хто подав заявку і трішечки більше про саму участь у цій програмі? Я так зрозумів, заявку все-таки подав Федя Шандор. Нашли меня в YouTube, в интернете было очень много видео с мастер-классами с детьми и так дальше. Вот и таким образом туда попали. Что касается того, что я занимаюсь с детьми, сейчас чуть-чуть от этого шел, не очень у меня достаточно места на производстве, чтобы этим заниматься. Но я все восстанавливаю потихоньку, и в дальнейшем, в ближайшем будущем у нас уже появится место, где бы я мог уже с детьми работать. Это, можно сказать, такой вклад в будущее. Я от своей страны ничего не ожидаю. Так как, в принципе, основная масса населения не ожидает. Хотя некоторые очень большие надежды питают к тому, что кто-то им что-то должен всегда дать и что-то сделать.
Я никогда ни от страны никаких льгот, никаких пособий, никаких кредитов дешевых, ничего никогда от страны не брал. И вопрос в том, что не что тебе должна страна дать, в которой ты живешь, или что должно тебе обеспечить то окружение, в котором ты живешь. Вопрос в том, что, что мы можем сделать для этого. Ну, я со своей работой могу вот сделать вот это. Да, то есть я думаю, что если хотя бы один человек из 100, которые дети, которые со мной работали на мастер-классах, что-то делали и решил стать кондитером, то мы уже живем не зря. Чи є взагалі у вас вільний час і що робите в той час, коли випадають вільні хвилинки? Сейчас нету времени свободного. Сейчас очень нету времени свободного, абсолютно ни на что не хватает. У меня недавно сын родился, уже год. Уже год, я целый год был в такой работе, очень много у меня случилось перемен в жизни за последний год. Не хватает меня на семью, но я надеюсь, так будет не всегда. Чим ви найбільше пишаєтеся у житті? Чим? Чоловік може, в принципі, гордитися тим, що він вже чоловік. В першу чергу. Тобто у нас є можливість робити щось красиве, ми не обмежені в якихось можливостях. Я горжусь, що я просто чоловік. Да? Як би чоловік високо не літав, він ніколи не повинен забувати, що він всього лише чоловік. Я горжусь тем, что я смог место, в котором я живу, сделать немножко красивее. Ну, может, это почти не видно, это такая капелька. Ну, у нас много, если каждый сделает по капельке, уже будет классно. Чи є у вас девіз по життю або якась конкретна фраза, яка стимулює у важкі хвилини? Да, да. Тогда в десерте сила, когда и вкусно, и красиво. На первом месте всегда должно быть вкусно, и только потом должно быть красиво. Это как человека встречают по одежке, а провожают по уму. Да? Важно, что находится внутри. Не важно, что снаружи. Важно. Меня никогда не привлекала красивая упаковка конфеты. Я упаковку сразу выкидывал, я ее конфету разламывал и смотрел, что внутри. Если там белая начинка, я ее выкидывал. Не знаю, так делало большинство детей. То есть для меня важно то, что внутри. Потому что за вкусным человек, твой гость всегда за вкусным опять придет. А если оно будет просто красивое, но невкусное, он никогда к тебе не вернется. Давайте зараз трошечки пофантазуємо. Уявіть себе, будь ласка, через 20 років, де, як ви себе бачите і взагалі що робите? Возможно, ми відкриємо франшизу в ближайших столицях Європи, в Празі, в Будапешті. В Україні не дуже би хотілося. По той причине, что, может быть, свои усилия стоит тратить не для того, чтобы там, Украине что-то доказывать, да, а может быть, все-таки стоит свои усилия потратить на то, чтобы доказать Европе, что мы действительно европейцы и мы действительно можем жить красиво. Правильно можем жить, и у нас тоже есть достойные вещи. Я думаю, мои дети будут продолжать заниматься этим делом. У нас все в семье на «В». Ну и мечтаю, конечно, о своей школе. Дуже гарні плани на майбутнє. Можливо, у вас будуть також і гарні побажання для Закарпаття. Закарпатцам хочу пожелать только сладких моментов в жизни,
Хочу їм пожелати хорошої весни. Пусть люблять Закарпаття. Дуже гарно дякую за розмову. Ну а вам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з відомим кондитером Валентином Штефаньо. Бажаю вам прекрасного дня. Ну і, звичайно, тримайте себе у формі.